везет, это потому что, во-первых, мы украинский коллектив, во-вторых, это солидно, веско, как Вообще нас 12.
на самом деле. У нас есть еще туба, тромбон. Труба. Труба. Но... Ну, их нет. Но их пока нет. Идея сделать трек FX от Вина, то есть наш горячо любимый оркестр Alarville Sound, который сделал приложение FX от Вина, да. А мы, в свою очередь, захотели сделать тоже какие-нибудь переложения, но для своего состава, то есть мы там чуть-чуть добавили, чуть переделали. Послушайте современную академическую музыку, да там вообще черт ногу сломит. У нас все очень красиво. Thank you.
Мы сейчас пытаемся сотрудничать с композитором из Запорожья, может, Киев. Опять же, какие-то электронные композиторы, которые пишут, да, вот какую-то электронную музыку, мы предложили им, ребята, давайте вы ее напишите, а мы сыграем это акустическим составом. Вообще, разбирая электронную музыку и перекладывая на акустические инструменты, получается то, что ты так с нуля бы никогда в жизни не придумал. Потому что там совсем другая физика. Ну да, другой язык, все по-другому. Все вообще по-другому. Ну, в общем, это классно, совмещать две такие не пересекающиеся, вроде бы, как на первый взгляд, плоскости. Сейчас Шостаковича, но насколько он похож на Шостаковича? Ну, утренники. Корпоративы. На свадьбу нас приглашают. Да.